что болтунья Лида, мол, это Вовка выдумал. А болтать там никогда. Мне болтать-то некогда. Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, мне петь охота. Да кружок по рисованию тоже все голосовали. А Марья Марковна сказала, когда я шла вчера из зала, драм-кружок, кружок по фото, это слишком много что-то. Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок. Ну, я выбрала по фото. Мне еще и петь охота. И за кружок по рисованию тоже все голосовали. А что болтунья Лида, мол, это Вовка выдумал. А болтать там никогда. Мне болтать-то некогда. Я теперь до старости в нашем классе староста. А чего мне хочется? Стать, ребята, летчицей. Поднимусь на стратостате. Что такое это, кстати? Может, это стратостат, когда старосты летят? А что болтунья? Лида, мол, это Вовка выдумал, а болтать там никогда. Мне болтать-то некогда. У меня еще нагрузки по-немецки и по-русски. Нам задание дано чтение и грамматика. Я сижу, гляжу в окно, и вдруг там вижу мальчика. Он говорит: иди сюда, я тебе ириску дам. А что болтунья, Лида, мол, это Вовка выдумал, а болтать там никогда. Мне болтать-то некогда. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букваю. Соберу свои игрушки и Сереже подарю. Деревянную посуду я пока дать не буду. Заяц нужен мне самой. Ничего, что он хромой. А медведь измазан слишком. Куклу жалко отдавать. Он отдаст ее мальчишкам или бросит под кровать. Паровоз отдать Сереже, он плохой без колеса. Но потом мне нужно тоже поиграть хоть полчаса. Мне теперь не до игрушек, я учусь по букваю. Но кажется, Сереже ничего не подаю. Мишка дернул за косичку, выглядел ко мне в рюкзак и сказала мне сестричка: это все не просто так. Он поставил мне подножку, он толкнул меня рукой, а подружке все возможно. Мишка, а теперь не свой. Он кидал в меня снежками, он тетрадку мне порвал, а подружке все возможно. Мишка, на тебе запор. Он мне мером стул измазал, все, его я отрублю. У него синяк под глазом, шишка у меня на лбу, а подружки все вздыхают и твердят мне вновь и вновь: ты счастливая такая, у тебя уже любовь. Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой, мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки. Нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете, я забыла все на свете. Даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала. Я сейчас увижу фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы. Мы с моей подругой Любой же вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка. Фея кружится по сцене. Я на сцену не гляжу. Я обшарила колени, номерка не нахожу. Может, он под стулом где-то. Мне теперь не до балета. Все сильнее крюют трубы. Пляшут гости на балу, а мы с моей подругой Любой ищем номер на полу.
укатился он куда-то, я в соседний ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу. По сцене бабочка порхала, я не видала ничего. И номерок внизу искала, и, наконец, нашла его. И тут как раз зажёгся свет, и все ушли из зала. Мне очень нравится балет, ребята мне сказала. Мои стихи с утра забрел один дракон, сказал, давно пора, и проглотил балкон. Проспал полня зимну и объявил обед. Пристал и слопал стул, буфет и кабинет. Не знаю, что дракон, если на исходе дня, а вдруг на ужин он включит в меню меня. Навязывать свой вкус дракону я не буду и утверждать боюсь, что я плохое блюдо. Конечно, может он что хочет есть на ужин, но мне такой дракон в моих стихах не нужен. Каштан собирал малыш и клал в плетеное лукошко. За ним следила сонная кошка. Владелица дворов и крыш держал каштан, как шарзин, малыш на крошечной ладони. И по нему летели кони, и зайчик прыгал заводной. Мурчала всем довольна кошка, мечтала лежа на скамье, как будет же в большой семье. И сладко нежится в окошке. Не помещается каштан последний в полное лукошко. Малыш кладет его в карман, подумал, постоял немножко и взял ничью на руки кошку. Что случилось, котят? Почему они спят? Почему буфет открыли? Чашку не разбили. Уронили барабан, поцарапали диван. Почему их лапки дедли чьи-то тапки? Молока разлили плоску, разбудили маму коску. Почему позвали книжку? Потому что ловят мышку. Я сегодня сбилась с ног. У меня пропал щенок. 2 часа его звала, 2 часа его ждала. За уроки не садилась и обедать не могла. В это утро очень рано соскочил щенок с дивана. Стал по комнатам ходить, прыгать, лаять, всех будить. Он увидел одеяло, покрываться нечем стало. Он в кладовку заглянул, с медом жбан перевернул. Он порвал стихи у папы, на пол с лестницы упал, в клей залез передней лапой, еле вылез и пропал. Может быть, его украли, на веревке увели, новым именем назвали, дом стереть заставили. Может, он в лесу дремучем, под кустом сидит колючим, заблудился, ищет дом, мокнет бедный под дождем. Я не знала, что мне делать. Мать сказала, подождем. 2 часа я горевала, книжек в руки не брала, ничего не рисовала, все сидела и ждала. Вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь, прыгает через порог. Кто же это? Мой щенок! Что случилось, если сразу не узнала я щенка? Нос распух, не видно глаза, перекошена щека, и, впиваясь, как игла, на хвосте жужжит пчела. Мать сказала, дверь закрой, к нам летит пчелиный рой. Весь укутанный в постели, мой щенок лежал пластом и, виляя еле-еле, забинтованным хвостом. Я не бегаю к врачу, я сама его лечу. Однажды отличница Маша Петрова на первый урок принесла домового. Весь день, соблюдая привычный порядок, он тихо сидел среди книг и тетрадок.
А после уроков хватилась Петрова, в рюкзак заглянула, там нет домового. Куда он пропал? Куда он исчез? Может, на физике под парту залез? А может, он сам на большой перемене в рюкзак перебрался к Самсонову Гене? А может, пробрался он в школьный буфет купить себе чипсов, печенья, конфет? Искали всей школы в тот день домового. Искали в кармане у Миши Козлова. Искали у Вити, искали у Пети. Искали в буфете и в медкабинете. Нашли три гвоздя, рваный кет, зажигалку, огрызок от яблока, фантик, скакалку, лягушку нашли у кого-то в портфеле, но домового найти не сумели. С тех пор в нашей школе порядка не стало. У Генки Самсонова двойка пропала, была в дневнике и исчезла куда-то. Куда подевалась, не знают ребята. А кто измазюкал вчера между делом учительский стул по периметру мелом, высадил дверь в раздевалку плечом, окно разбабахал футбольным мячом, на парте царапнул Сережа плюс Света. Кто сделал все это? Кто сделал все это? Но хором упрямо ребята твердят, что, дескать, во всем домовой виноват. И если случайно в какой-нибудь школе еще раз повторится такое, то вы домового винить не спешите. Вначале на себя, друзья, посмотрите. Виновен ли он, если кто в беспорядке оставил учебники, бросил тетрадки, окно разбабахал мечом? Тут домовой ни при чем, ни при чем. Прошу вас, ребята, не надо, ребята, вести себя так, будто вы домовята.